друзья, признаться честно вам, я не знаю, с чего начать этот ролик. Я сейчас максимально на эмоциях, я сейчас максимально эмоционален, взбудоражен. Я уже ложился спать, как только начали появляться новости о том, что слили фейковый трейлер. Я его не смотрел, я не хотел спойлерить себе каким-либо образом то, что должно было выйти завтра. Но по итогу, из-за сливов, этот трейлер выпускают прямо сейчас. Ребята, всем огромный привет, с вами сегодня, как всегда, Олег Кофи. И прямо сейчас мы с вами взглянем на первый трейлер 6 GTA. Первый трейлер, который мы с вами ждали 10 лет. Это долгожданное событие. Ребята, я сразу предлагаю влепить на лайк под этим роликом. Я не знаю, чего ждать. Я просто хочу увидеть хотя бы, что это действительно правда, что это не какой-то фейк. И мы действительно в скором времени, возможно, увидим 6 GTA. Я уверен на 100%, что мы мало что вообще сможем распознать в этом трейлере. Но так или иначе... Блин, ребята, я не знаю, что сказать. У меня заплетается язык. У меня все мысли перемешаны. Я уже ложился спать, как только все вот это начинается, я вообще не готов, и я не ожидал, что это произойдет именно сейчас. Заранее извиняюсь за свои эмоции, для меня это очень важное событие, очень важный день, и я реально взволнован, как я не знаю кто, как просто ребенок, которого мечта исполняется. Давайте, друзья, перед тем, как начнем, поставим жирный-жирный лайк за то, чтобы Rockstar увидели эту реакцию и поняли, как сильно мы с вами ждем 6 GTA. Чем больше лайков соберет этот ролик, тем быстрее выйдет 6 GTA. Это действительно так. Я думаю, что сегодня нам вкратце просто покажут, наверное, какие-то кадры из того, что будет, какая-то карта, возможно, что-то, наверное, из мира, да, какие-то, возможно, ключевые персонажи и, наверное, скорее всего, какие-то футажи. Вряд ли мы с вами увидим геймплей, но это будет круто, если его покажут. Ну что ж, друзья, событие, которое мы с вами 10 лет происходит прямо сейчас на ваших глазах. Я уже хотел спать, но произошло это. Ну что ж, а вам я желаю, ребята, приятного просмотра, приятного аппетита, давайте начинать. Ой, мне кажется, у меня сейчас просто пойдут мурашки по всему телу. 1,5 минуты трейлер. Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. Я не знаю, что говорить. Я не знаю, что говорить, друзья. Добро пожаловать в Майами. Я не верю. Я не верю, что это все происходит наяву. Я не верю в это. У меня руки трясутся. У меня просто руки трясутся. Я не... Почему? Почему я трясусь? Я не понимаю, ребят. У меня мурашки по коже. Меня эмоциями просто перевыполняют. Well, look who's back. The only way we're gonna get through this is by sticking together, being a team. Блин, как же это круто! Я не знаю, Trust. Ребят, почему, но это... Trust. Шестая GTA, это правда! Она будет! Она... Год! 25-й год! Эй! Моя ставка все-таки сыграла. Ну что ж, друзья, прямо сейчас мы с вами посмотрели 1,5 минуты того, что нас ожидает в 2005 году. Я не знаю, что сказать. Я бы пересмотрел этот трейлер еще раз 10. Это, наверное, единственное видео, которое я буду смотреть на YouTube ближайшие несколько месяцев. Это 100%. Что я могу вообще сказать из того, что мы с вами увидели? Во-первых, все-таки у нас будет два персонажа. Это реально подтверждается. То есть девушка, и мы видели с вами еще где-то, по-моему, мужчина, который также, за которого также можно будет, судя по всему, играть. То есть у нас будет, как я понимаю, два ключевых персонажа. Это очень красиво. Понимаю, что мы с вами видели, по крайней мере, только футажи. Но, ребят, поймите, да, то есть то, что мы увидели, так оно и будет 100%. Я объясню, почему. Во-первых, игра выйдет в 2025 году. Технологии, которые будут в 2025 году, они будут лучше, чем сейчас. Это раз. Во-вторых, игра готовится на протяжении огромного времени, 10 лет. И я уверен, на 100%, что компания Rockstar, ну, просто не может облажаться. Я уверен на 100%, они знают, чего хотят от 6 GTA. Они знают, что они должны сделать. Они знают свою работу. И они знают, насколько сильно все это ответственно. И они 100% должны подготовить это максимально. Ну, то есть, они не могут облажаться. У них нет права на это. Это самая ожидаемая игра десятилетия. Вы понимаете? Как бы, ну, это ж о чем-то должно говорить. Я уверен на 100%, что вот на выходе все будет настолько идеально, вот насколько мы это вот заслужили. Ну, я надеюсь, буду верить в это. Вот, во-первых, вот здесь очень... Вот это, ну вы гляньте вообще, а.
порт, яхты, катера. Я, ребят, я не... Ну вот вы гляньте на эту атмосферу. Ой, еще и солнечный Майами. Ну как же это прекрасно, как же это прекрасно. Вот один повод слетать в Майами, чтобы записать ролик о том, какие места будут в реальности, какие места будут в игре. Это, как я понимаю, вообще некая гетто, которая также присутствует. Ну, слушайте, тачки. Вот это, кстати, смотри, машина из GTA-шки 5. Один в один. Это Кулинан, этот Rolls-Royce, прям один в один, как в GTA-шке 5. Прям один в один. Ладно, давайте. Какие-то клубешники, то есть... Блин, ну однако много сливов подтвердилось. Я, конечно, старался прям максимально не внедряться в них и не вникать и вообще не слушать, но большая часть всего этого под... Гляньте на эту улицу. Ребят, вам ничего это не напоминает? Вам ничего, это же Вайс-Сити. Это же просто Вайс-Сити. О, это та самая легендарная улица, конечно, конечно, ребят, ну вы гляньте, какая она яркая, какая она красивая, ну я не знаю, но у меня слов нет, у меня одни эмоции, вы представляете, что это действительно происходит наяву, что это уже не фейк какой-то, что это уже, ну вот это по-настоящему, 10 лет мы ждали, и первый трейлер уже есть. Надеюсь, что это не единственное, что нам покажут в ближайшее время. Я очень сильно хотел бы увидеть, возможно, какой-то геймплей, чтобы понять вообще, как сильно она будет отличаться от пятой GTA. Но думаю, что они в целом будут примерно похожи. Плюс, по слухам, вообще мне кто-то говорил, что в GTA 6 все здания, которые будут, в каждое здание можно будет зайти. Ну вы гляньте на эту карту, вы гляньте на эту красоту. Я уже не знаю, я уже хочу оказаться в 25-м году, я готов пропустить 2 года своей жизни, чтобы оказаться уже там и просто начать играть. Какая красота. Я, кстати, не про девушку, а про вообще в целом про GTA. У меня, я не знаю, ребят, сори за какую-то, возможно, неадекватную, ненормальную реакцию, но поймите, я этого ждал всю жизнь. Ну, какую всю жизнь? 10 лет. Какой-то Инстаграм тоже, смотри, видите? То есть, ну, прикольно, что-то они там можно в Инстаграм, судя по всему, заливать. Блин, классно. Я не знаю, я правда, ребят, у меня все запутано. Я уже хотел спать из-за этого. Тут все вот это выходит. Я вообще не готов. Я уже видел 10-й сон, и тут вот это происходит. Ой, блин, прикиньте, то есть из-за того, что слили просто настоящий этот трейлер, то есть, походу, там реально был настоящий, я не смотрел. Они выпустили этот трейлер раньше, офигеть. В 2 часа, в 3 часа ночи. Вон там вообще грязь, гляньте, как все красиво, детализировано, сколько грязи на персонажах. Ну, то есть, если это будет все так же при геймплее, так же в игре, это будет офигенно. И это какой-то клуб, видите, в правом нижнем углу написано какой-то Трил Билли Мат Клуб, это какой-то клубешник. То есть, как, у нас будет много организаций, судя по всему, по Майами. Ну, бабуля какая-то веселая. Вот, вот, два ключевых персонажа, девушка и мужчина. Блин, какой же кайф, какой же кайф, ребят. Уже прям не дождусь. Trust. Trust. Я готов смотреть на это вечно. Я готов смотреть на это вечно. Но, опять же, как я и говорил, игра выйдет... Я неоднократно говорил, что игра выйдет в 25-м году, и это реально подтвердилось. Потому что с момента выхода первого трейлера у них 2 года на то, чтобы довести все до идеала, до конца и, соответственно, запустить свою рекламу игры. Вот так вот, ребята, я не знаю, пишите свое мнение в комментариях. Я вообще кайфанул максимально, мне этого достаточно, спасибо. Я готов смотреть этот трейлер на протяжении 2 лет. Главное, чтобы игра все-таки вышла. Я надеюсь, вы уже поставили лайк. Я надеюсь, вы уже подписались на канал. Пишите, опять же, что думаете насчет всего этого. Но, опять же, ну гляньте на эту карту. Насколько она большая, насколько она красивая, насколько она яркая, насыщенная, сочная. Сколько возможностей, ребята, нас ожидает. Вот это тоже лодка, гляньте, там природа какая красивая, пляж, сколько людей, какая детализация. Я понимаю, что все это какие-то футажи, что все это какие-то, ну, пока что такие кадры кинематографичные, да, но это, я уверен, на 100% все оно так и будет. Вот я не знаю почему, но мне прям чуечка подсказывает, что все оно так и будет. Ай, красота какая, а. Просто невероятно. Какая-то яхта огромная там плавает. Ну, ребят, ну, как пропустить, как оказаться сейчас в 25-м году? Объясните мне, пожалуйста, как это сделать? Я готов заплатить сколько угодно, дайте мне в нее поиграть. Там какие-то крокодилы вообще, смотри, еще, а. Он в магазин вообще заходит, как себе домой.
Офигеть. Не знаю, ребята, у меня нету слов. Я надеюсь, вам понравилась эта реакция. Сори, если она была немного неадекватная. Просто еще раз повторюсь, что этот момент я ждал реально очень долго. На протяжении 10 лет каждый слух, каждый это подбивало все больше и больше. И все-таки этот день настал. И этот момент действительно очень важен для меня, потому что мой канал целиком и полностью построен на GTA 5. GTA 5 — это моя любимая игра, в целом вся серия GTA. И это легендарный момент. Это реально легендарный момент, и мы с вами находимся в истории. Поэтому я больше ничего не могу сказать. Будем ждать каких-то еще новостей и следить за, собственно, релизом. Огромное, ребята, спасибо за все. Всем до скорой встречи. Всем пока-пока.